Давай, я выйду. Есть движение прямо, прямо, М113, М113, прямо, прямо. Съезжай куда-нибудь вообще, уходи. Как далеко, как далеко? Прямо по курсу, далеко, к началу леса следующего, через поле. Принял. Но может с КПВТ ее пропиздошить, а нет? Она прямо на нас сейчас может смотреть. Вот чисто кромка леса следующего. Че, не видите, что ли? Ну я не вижу, вижу. Давайте стреляйте. Я вышел уже. Уезжает, по-моему. И налево идет, налево. Давай, я тут. Все, уехала, уехала. Ладно. Садись. Она, может, переместилась там левее чуть-чуть. Я не вижу, где деревья гораздо. Может, пешком? Давай, я вижу тебя, давай, поехал. Примерно там. Я просто по ровной по лесу иду в сторону. Я на броне сзади сверху сижу, поэтому видел. Давайте меточку для наших поставим, что там красненькая, 13 вольт поставь. Да я без GPS-ки, я не понимаю сам, где я иду и где, блядь, она стоит. А вон дельтовцы нарисовались уже. Поставь на нас метку вообще, где мы находимся. Я, кстати, и вас-то не вижу, блядь. Я поставил метку, смотри, 1-1. А перехожу дорогу. В кого они хуярят, я не понимаю. Я метку примерно дал. А я прямо на вас подошел. Что дальше-то делаем? До леса прорываемся? На броне? Давай, лучше. Вы учтите, нас слева М113 может быть. Причем здесь. Так, ну я сижу, короче. Чем прорвем до леса или что делаем? Давай вправо уйду, по дороге вот по этой же. Давай попробуем. Прикрыться холмом, что да. И прижмись к этому, к началу, не по дороге, а прям по зеленке коню, слева, слева. К обочине прижмись, чтобы как можно больше я прямо пройду по курсу 240 до камня большого, там смотрю. А нет, там забор же начинается. Не пройду, тогда право возьму.
Неизвестно, с той стороны. Да, так понимаю, драм больше не с нами. Я пошарахну по их территории, говорю. Все равно таскать ее бессмысленно. Задымим. Так, у них на втором этаже на башне видел, да, труп лежит уже один. Это, видимо, я его там. Иглой. Я задымляю своего направления. Да я тоже кину. Так, от меня за дорогой. На запад, по-моему, стрельба с эмки была. Я, в принципе, могу зайти. Чуть-чуть на западнее посмотреть на склоне, кто здесь стрелял. Они вам заходят в спину. Где он там сквозь дым, блядь, ПЗ убил, чё? В смысле, а чё это сквозь дым? Он там торчит, он дым оббежал уже. Вы же с юго-востока зашли, правильно, изначально? С юго-запада. Мы ровно с запада зашли. А, ну вот. А ты, может, и восток и запад перепутал? Вест — это запад, ист — это восток. Вы вертолет слышали, взорвался? Да, вот мы оттуда и пришли. Ну, мы на западе и были, я вам повторяю уже который раз. Запада. Подожди, так он. Да он на севере, на северо-западе. Трупы посмотри, где. Вот мои трупы? Псины. Стоп, чё? На запад вашей зоны посмотри. Вот там вот наши трупы. Мы оттуда и пришли. Только ровно с запада. Тут они. Остальные с севера, по северо-востока вообще-то шли. Северо-востока, ну вот и с северо-востока. Да. Блин. В итоге вот получилось, что они сейчас с юго-востока заходят. А, МС-13, которая там каталась вдоль леса, она как там? Вообще не видела Бартак или решила сигналить? Не видела, абсолютно. Понятно, ясно. Мы уже там испугались. Я вот что-то вообще ничего не понял.
А тот на вышке умерший снайпер, это он от чего умер? От РПГ. А, то есть все-таки я стрелял иглой и его убил. Да-да, ты попал по нему. Так вот для чего там игла нужна была. Как вертолет сбил? Как он вообще сбивался? Его не сбивали. Как? Они походу, они десантировались. Выпрыгнули что ли? Да. А что за вертолет? И как с него выпрыгивать? Сбивали! Как тебя убили, блять? А, с иглой? ГПХой? Или чьё-то хуйня? Игла была. Игла. По нему с иглы ебанули. Какая игла? Пузырька? А, да. Откуда, блядь? Я не давал пузырька. В РДМе лежал. А, вот. Ну я же говорил, не берите снаряжение. В смысле, ты говорил, с бота не бери. Да, я думал, вы вы додумаете про это. Я думал, вы додумаете. Боты и техника, привет. Да, у нас, кстати, патронов не было. Да, у нас. Мы хотели вообще снять. Что за фигня? Вот каждый патроны, а сколько у вас было? У нас было 3 магазина. Ну это нормально. Это нормально. Так как мы выставляли. Это были патроны, понятно. И все они трассирующие. Серьезно? Ну двое. А ты как думал, у тебя, блядь, без трассиров магазины? Я не все трассирующие давал. Там не все трассерные. Не, факт в том, что у нас даже, блядь, не дефицит. Трассирующие магазины, они стреляют только трассерами. Ну, в основном, ну почти. Там, по-моему, каждые 5 патронов, что ли, трассер, да? Ну, Женя выпрыгнул с него. Типа, блядь, хуйня какая-то, почему-то мне цена пропала из снаряжения. Хотя я давал, может, сборка что-то поменялась. Женя, спаси. У вас медицина в одежде была? Да. Да, вроде бы. Блэк, значит, ты забыл выставить? Я всем медицину. 100% я перевязывался и морфием кололся. Хуйня, либо опять. Ты забыл, либо так с миссией. Витёк, я говорю, у меня медицина была, а у остальных ни у кого не было. Как говоришь сейчас, как это, как рецанство в ТРП. У меня все нормально было. Ну, я не обратил внимания, было, не было. А этот, а чё, в этой, в тюрьме, ну как, вот эта КПЗшка, короче, с этими, с решетчатыми окнами. У КПЗ, неё же, это КПП. Неважно, блин, похоже на вот это с решетками, вот это... Да как... это похуй. Давай, говори к сути. Ну, короче, у него же там были что-то в духе ставни или что-то в этом духе. Что-то это духе. Не, так и было. Просто, блядь, интерьер именно... Блядь, я его закинул внутрь. Дымом в морду. Те, кто мод делал, они неправильно сделали интерьер этой хуйни. Так, пока играют, я сейчас это посмотрю, вообще стоит на медицине. Жень, а ты менял что-то? Жень. Да. Разработки. В сборке чем менял? Нет. Точно? Да говорят, что ты забыл, блядь. Нет, признай. Блядь. Все блядь, виноваты. Я оставил медицину, блядь. Ну, блядь, значит, не сохранил.